Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды, и сейчас мне интересно, где я нахожусь. А нахожусь я, ребята, в Лиге Сёгунов ранг 22, это плохо. Так, сегодня у нас суббота, ролик этот выйдет, наверное, в воскресенье, а может быть даже и в понедельник, а может быть даже в сам буст, я не знаю, ребят, посмотрим. Но в любом случае, сегодня у меня крайняя смена, потом будет выходной, и на выходном-то я, как говорится, оторвусь по полной программе. Главное не уйти в глубокий запой, ребят, а то в последнее время что-то меня куда-то не туда тянет, на какие-то расслабончики, не знаю, с чем-то связано. Может быть, с тем связано, что я очень-очень долго, ребята, не выпивал, не курил. И тут я просто развязался и расслабился. Всякое бывает, понимаешь, да? В жизни всякое случается, и поэтому... Вот так вот. Главное с этим не затягивать. Вот. А то ни к чему хорошему это не приведет. Так, ладно, друзья мои, давайте продолжать дальше. И у нас... Нам что сегодня нужно? Ну, Лигу мастеров бы, конечно, бы две звезды взять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, 67 уровень, а у меня 56-е. И, слушай, по-моему, сейчас будут нас разбирать. Леонардо не справился с поставленной задачей. То есть, ну, в принципе, ребята, это было ожидаемо, да. У него нет ни одной массовой атаки, сейчас нас тут раз будут раскурочивать. Этот добьет сплинтер, потому что он получит урон. Слушай, а знаешь, что я тебе скажу? У нас будет всего одна потеря, получается. Да, у нас всего одна потеря. Но, ребята, понимаете сами, да? Как по мне, лучше без потерь. Потому что мы опять же теряем в кубках. Даже в лигу мастеров не перебрались. Ладно. Почему-то я, ребят, тупанул. Если честно, взяв одного Леонардо. Я понимаю, что он сотый уровень, но против 67-х, причем заведомо знаю, что он их всех забомбить просто не сможет. Так, тихо ты. Карек, успокойся, тебе сказал. Фига, она там сразу же с нахрапа начала. Блин, я бы... Ага. Я вот этих вот массовых атак, ребят, боюсь, как не знаю кого, потому что я знаю прекрасно, что из этого может получиться. Ничего хорошего. Да ладно, ты еще и промахнулся. Так, он в инвиз уходит, это не страшно. Лучше пускай он уходит в инвиз. Тем более он один, мы все равно его достанем. На свою кальцоны. Пепперони я называл раньше, да? А потом меня в комментариях поправили. Кальцоны. Пицца кальцоны. Кто-нибудь ел такую пиццу? Я, ребят, в первый раз вообще слышу такую кольцо. Я знаю, кальцоны, одежда такая есть, кальцоны. Но пицца кольцовая. Ладно, допустим. Так, ребят, мне, наверное, не дадут, да? 16-23. Какой там тебе 16-23? Сиди, не бухти. Так, сотка. Инфа-сотка. Раз, два, три. Погнали. Погнали. Будем вылуплять. Ну, естественно, по инициативе Рафаэль будет первым ходить. Посмотрим, сколько он хп отнимет у противников. Приличное количество, Ваньки только лишь добить. Как тебе вот объяснить? У Рафаэля вот у этого, да, инициатива большая, очень большая, самая крутая в игре, но не очень сильная суператака. Не очень, ребята. То есть, если бы он был бы по инициативе первым, да еще плюс с офигенной атакой, то это было бы имбово. У нас кто? У нас вот имбовый — это Армагон, Крэнк, Супер Шреддер. Но у них инициатива хорошая, но все равно проигрывает. Проигрывает тому же самому Рафаэлю. Я не знаю, если даже вот эту карайку вкачать, мне кажется, мы, наверное, и ей-то будем проигрывать. Потому что у нее инициатива, ребят, тоже даже, наверное, не хуже, чем у Зека. А у Зека у нас до последнего времени, пока мы не прокачали Рафаэль видение, у Зека считалась самая лучшая инициатива.
Так что вот так. Берем Донни, берем Зека. А в принципе Донни и Зека, мне кажется, здесь будет достаточно. Они вдвоем, оба на массовых атаках. Да. Оба отнимают не очень много хп, но именно за две атаки, в принципе, у нас должно все получиться. Опс. Так, неужели... Нет, Донни, ребята. Блин, а кого тут лучше? Я даже не знаю, давай, чтобы наверняка. Сможешь пробить? Красиво. Красиво, я думал, что сейчас либо этот сделает свою массовую атаку, Сюрики. Но нет, у нас все получилось. Так, двигаемся дальше, и у нас... Че ж вы не даете мне, а? 23-то кубков. Давай возьмем Кренга. Мне Ротмайки не нравится. Мне не нравится этот Микеланджело. Ну, у нас, конечно, получше будет Майки. У нас 100 уровень, поэтому инициатива у нас будет быстрее. Мне главное, чтобы он, ребят, не сделал уклоняшку. Давай, Крэнк. Сразу уничтожай его, пожалуйста. Вражеского Крэнга. Ой, Крэнга. Да, он всех стер лучом своим. Ну и прекрасно. Мне, как говорится, спокойнее. Так, и мы переходим на 48. Очень долго что-то мы двигаемся. Я не хочу брать смайки. Так, возьмем кожеголового, пожалуй, и возьму кунаичи. Кожеголовый плюс кунаичи. А инициатива-то какая у нее? Она сразу после кожеголового пойдет или нет? Проверим. Сразу же, ребят. Ну и отлично. Значит, мы здесь забомбили всех. Пошли дальше. Переходим дальше. Слушай, Лига Мастеров 2 звезды будет сегодня взята. А завтра уже, ребят, воскресенье. Там останется-то 1-2, и мы уже с тобой в Лиге Мастеров 3 звезды. Не обязательно брать топчик. Хотя, как знаешь, я постараюсь. Вот. И дело в шляпе. Наши платиновые осколочки у нас в кармане. Причем я не скажу, что я прям здесь напрягался эту неделю. Был неплохой понедельник. Потом вот ближе к концу недели. Ну, потому что надо было просто поджимать. Уже время, сроки поджимали. Вот, надо было, как говорится, сделать корректировку. А так, чтобы я тут что-то пыхтел. Нет, на легком таком расслабочке, ребят. Причем даже бойцов-то у нас дофига еще остается. Ты смотри. Я сейчас на одном, ребята, на одних маузерах буду отыгрываться пока. Вплоть, наверное, до 72 уровня. Я буду его брать и слабочков. Так, стоп. Что-то какой-то не... Почему? Вот объясните мне, ребята, 66 уровень. Почему Маузер не может его уничтожить? Ну как это вообще возможно, ребят? Я не понимаю. Мне такое ощущение, что суммарность урона раскидывается на всех противников. То есть если у тебя есть там, например, 10 тысяч урона, то он разбрасывается по всем противникам. Иначе я не могу объяснить, ну почему он не смог забомбить 66 уровень. Он должен вообще, ребята, в порошок был. О, сразу же, нифига себе. Сразу 74-75. Нифига вы. Резко так поднакинули мне, нормально. А я думал, буду до 72-го барахтаться нашим этим, нашими маузерами. А ну посмотрим. Да ну, он не пробьет 76-е. Я же говорю, не пробьет. Даже не 76-е, а 75-е. 76-е уже давно легли. Ну что же, ладно. Так, у нас там еще Усаги, да, по-моему? Отыгранный. Так, давай дальше. Так, 17-23. Берем маузеров. Берем саги. Да тут бойцов еще, ё-моё, сколько. Мы даже можем, наверное, пройти до Лиги Сёгунов 2,5 звезды. То есть запасик взять на 3 звезды.
Это будет круто. Это будет вообще шикарно. Ну вот, смотри, Лига мастеров 2 звезды, ранг у нас 93-й, плюс где-то поединка, я так думаю, 3-4 у нас будет. 3-4 поединка у нас будет, а это говорит, да и, хотя, в принципе, пускай будет разар. А это плюс 10 ступенек, ребята. Где-то будет 50-й ранг. Вообще шикарно. Вообще шикарно, и можно будет расслабиться. Так, у меня время поджимает, надо быстрее все это заканчивать, потому что через час уже надо валить на работу. Я думал, что сегодня будет дождик. Нет, он, в принципе, ребята, был на улице дождь сегодня. Такой хороший. Я думал, ну неужели, наконец-то поработаем в спокойствии, без солнцепека. Сейчас вот просыпаюсь, на улице солнце стоит. Намек на дождь вообще нету, не считая легкую облачность. Опять жаровня, ребята, опять жаровня. Как я терпеть не могу. На работе, ребят, естественно, на работе. Я люблю жару, когда ты на выходном. Но когда ты на работе, это полный трэш. Так, ну что у нас там получается? 70-й где-то, да? 71-й. 71-й. Так, беру Армагона. Беру Маузеров. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Тьфу, тут... Тут может до полтинника в легкую, ребят, дойти. Вообще на изи. Там еще сколько? Где-то поединков 5 по десятке. Это уже 50. 50 ступенек проскакиваем. Ну да. Ну вот, как-то здесь получается таким вот образом. Забомбили и погнали дальше. 61-й. Так. Да нет, 17-24 даже пока и не светит. Возьмем Маузеров, возьмем Кожеголового. Раз, два, три. Ну, конечно, конечно, тут фаворит, ребята, у нас именно Маузер. О чем тут можно говорить? Вот Дони один остался. Причем за окном, я не пойму, это окно, ребята, или что, он там, он пламя горит. Ну, смотри, сейчас 50-й ранг, а не 54-й. Зажали, зажали, ребята, покупка мне здесь. Раз, два, три. То есть мы насчитывали 5 поединков, да, еще где-то 3 остается. Ну, влупляем. Вжариваем. Блин, теперь носорог. То кабан, то носорог. То Донателло, то еще кто-нибудь. Но обязательно один выживает. 43-я позиция. 43-я позиция, друзья. И... Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Помимо этого еще 2 поединка. То есть будет где-то 20-й ранг. Получается так, да? Нифига себе, Криса Брэдфорда вырубили сразу? Неплохо. Брэдфорд сразу упал от удара Рафаэля. Не ожидал, что он такой ватник. Итак, 33-я позиция, друзья мои, и 17-24. Это максимальное количество кубков, которое нам может быть доступно. Раз, два, три. Все, и это предпоследний поединок у нас. Погнали. Хоба. Карайка. Шикарно. Караечка справилась, молодец. Кунайчики свои бросила и все. Так, 20-е. 20-е, друзья мои. Ну и последний поединок. 17-24.
возьму Лео и возьму. Ага, здесь уже нельзя шутковать. Здесь 79 ранг. Это максимальный, ребята. Поэтому инициатив, кто у них здесь. Я не знаю, вот Майки сможет нас переплюнуть? Тут два Майки. Вряд ли, да, Маузеры им не потянуть. Ладно, влупляем тогда мы. И добиваем кольцевой атакой. Круговой, точнее. Все, друзья. Арена закончена, и у нас будет какое место? 10-е? Да, и завтра я с превеликим, ребята, удовольствием зайду в Лигу Мастеров 3 звезды. А в понедельник заберем наши награды. Такс. Давай, наверное, здесь Черепашья буря. Такс. Я уже забыл, что. Нам надо вот это делать. Раз, два, три, четыре, пять. А зэк-то мне здесь не нужен. Давай вот так, наверное, сделаем. Я хочу посмотреть, автобой вытянет сам или нет. Я поставил на автобой, ребята, чтобы посмотреть, справятся ли они без моей поддержки. Так, переходим на вторую волну. И тут у нас черепашки фильм. Ну, можно было бы, конечно, без вот этого выпендрежа. О, Майки упал с удара. Нифига себе, раскладываем мы. Бумс. Так, третья волна. Это черепашки-ролевики у нас получается. Кто-нибудь из них массовый? Ага, вот она массовая атака. И моя накрышка сейчас будет всем. Конечно. И последняя волна. Классические черепашки. Так, минус Лео. А Шредер знает, куда бомбить, да? В Леонардо. Ну зачем вот этого, я не понимаю. Ну зачем на одного противника делать суператаку? Ну нафига это делать-то, а? Не чтобы когда они все, да, сделали. Ну нет, вот ему надо так сделать. Так, ну что, друзья мои, погнали дальше. Тут 70-ники. Мне интересно знать, на автобое с 70-никами мы справимся или нет? Просто вот спортивные ребята интереса. Так, Маузеров вызывает. Слишком слабо. Опа, смотри, что делает. Хилочку врубает. Ну, понятное дело, что это ему не поможет. А зачем вот Супер Шредер делает вот эту хил, я не понимаю, ребят. Не все так критично, если честно. Ну да, у Маузеров немножко здоровье покоцано, но не критично. Так, переходим на третью волну. Это у нас оригиналы стоят здесь. О, я уж думал, никогда, ребята, Ванька не сделает массовой атаки. Сделал все-таки, молодец, красавчик. Так, и... Ого. И переходим на последнюю атаку. На последнюю волну. Так, черепашки видения. Почему-то никто... Ага, во, Ванька. Ванька взялся за пулемет. В кого? В Шредера. А ему было по барабану, ребята. Для него это как щекотка. И остается у нас последний, ребята. Последний этап. Эпизод третий. Поехали. Тут я уже вряд ли, ребята, буду включать автобой, потому что 80 уровень, тут шутки плохи. Буду своими силами бомбить. Так, с разгона. Тыдыщ. Так, Майки в топку. Лео в топку. Тут еще и волн 6. Тут еще и 6 волн. Так, ну с этим, я думаю, можно вот так вот по-быренькому. Нифига, по-быренькому не получилось. Тогда сделаем вот так вот. Угу. Классика.
Да ладно, Лео-то, чё Лео-то не ушатали, я не понимаю. Бамс. Так, готов. Здесь тоже готов. Четвертая волна. Так, оригинала, да? Бомбанем с базуки. Что-то не прокатило. Давай ракетами. Этот сейчас у этого щит все равно, у Леонардо. Его надо сбить. Теперь пробиваем. Пятая волна. Черепашки видения и последняя, по-моему, черепашки космоса. Так, минус Донни. Давай Леонардо прижучим. Вообще лучом бомбанем, да и все. Ага, не все. Ну и последняя волна. Массовая пошла. Так, хорошо, постепенно урон на всех, ребята, повис. Так, Рафаэль. Ну, этот от постепенного, наверное, сейчас отдуплится. Не? Сами добьем. Ну и прекрасно, ребята. Все. Победили. И все награды, естественно, получили. А это именно доллары, жетоны. Так, Clan Food. Сколько у меня... Не очень, ребята, много, конечно, пиццы. На автобой поставили, посмотрим, справятся ли они на автобое. Так, апперкот, на! Отлично. Так, здесь у нас... Это мы опять, что ли, к Шреддеру идем? О, вертушку делает. Красавчик. Ты заметь, как Рафаэль часто ходит, ребята. Именно этот вот ролевой. Все из-за его инициативы. А муха-то что? Во, молодец. Даже попасть не может. Ну и все, тут наказали, ребят, мы. Прекрасно. Я вот что-то, значит, по поводу фарма не совсем уверен. Ну, что мне выпадет эксперт снаряжения. Да. Так, еще задание у нас. Найти, ой, пройти серию испытаний, ребят. О, так тут уже все, шапочный разбор пошел, друзья. Уже, наверное, в понедельник на Бусти мы пройдем события. Ну и заберем, естественно, наши все награды. Что-то крыло панише. Маузер, ой, этого паук сюда бомбить. На сосисками завалили. Хоп, готов. Давай, Лео, жги. Тут 80 уровень, правда, противников. Минус Хан. И минус Джасин. Джасин, понятно, ребята, ватник ватником. Его макнул с одного плевка. Расписал. Ну что, мы забираем здесь нашу награду и переходим на поединки. Поединки, то есть кунаичи прокачиваются до 86 уровня. Прекрасно. А Донателло... А Донателло у нас качает вот этот вот, ребята, скилл. Так, 6 ячеек крэнгов, да? Силовых. Одну есть, вторую есть. Также у было три. Вот, тихо, третья.
И... Так, четвертое. Пятое. Нам нужно шесть. Ну, давай ты не ломайся, господи. Шесть. Так, идет, шесть. Ну и 10 ящиков с инструментами. А, мы уже задания выполнили все. Так что забираем награды. Все. Все, друзья мои. На сегодня у нас пройдено все, что я хотел. Все, что нужно было. Ну что же, ребята, тогда на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.